Так, и снова здрасте, и снова второе видео в плейлисте, в новорожденном плейлисте музыкальных обзоров. Я слегка поработала опять с микрофоном, не знаю, надеюсь, не будет дребезжащего, мне потому что показалось, что в предыдущем видео оно слегка дребезжало. Ну или как-то так. И да, я внезапно ожила, может быть, потому что я перестала говорить про тот диск, который вызывает продлевание обморочного состояния. Вот этот я слушала первым, там еще дофига, вот тут вот. Целая такая еще стопка их. Вот тут. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Штук семь, наверное, если не больше. Если, конечно, там у некоторых не по два, а три диска. В общем, вот это я не знаю почему. У меня вообще ассоциации странные. Я даже, кстати, ссылку, по-моему, «Цветы в легких» как-то так называется. Мне даже, потому что Таня когда сказала, что прочитала, прослушала этот диск, она мне скинула ссылку на их группу, тоже, соответственно, русская группа. Ну и вот мне чисто вот по обложке, сейчас вы поймете мои ассоциации, ну те, кто знает, что такое Inflames, не знаю, живы они или еще или нет, в общем, мне очень в свое время нравилась группа Inflames. На какой-то кассете, кассеты я года полтора назад за спасибо большую часть отправила приятелю, еще большую часть отправила неизвестному человеку, но оба раза в Питер. В общем, мне почему-то, я не помню, какой там альбом, вроде что-то связано было у Inflames с падением ангела, или как-то так, или ангелы падают. Я сейчас снова зевну. Пардон, но зато честно, я сказала, что я зевнула, я зевнула. Так бы было, я зевнула и сделала вид бы, что ничего не было. Я не буду ничего вырезать. Кого коробит, что я зеваю, может идти куда подальше. К тем, кто не зевает, делает все по сценарию и вообще шаблонно-картонный. Короче говоря, вот эта обложка мне почему-то напомнила In Flames. Блин, как поставить-то, чтобы видно было? Я тут отражаюсь. Я отражаюсь. Короче говоря, тут у нас уже вот такая вот пластиком немножко диск. Кстати, вот в предыдущем видео два диска было, и этот. Они все три, музыка там, файлы в формате WAV. Вот если бы вы слушали на обычном магнитофоне, у меня еще есть обычный магнитофон, аудиофайлы послушать, MP3 там не пойдет, просто аудиофайлы, допустим, слушать, по-моему, да, там не MP3 этот у меня был, или MP3 хз. Короче, аудиоформат, там, по-моему, WAV не прошел бы. У меня здесь кассетка внизу, сверху диск. В общем, ну, в компе нормально, что. В общем, все три диска, предыдущее видео, ссылку в нем оставлю, в видео в самом, ссылочка такой, кружочки вы. А если вдруг какой-то звук был, это я ногой случайно дощечку с клавиатурой шандарахнула, приподняла. Тут у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 треков. 8 треков, насколько помню, полностью инструменталка. Не сказать, что не понравилось, или сказать, что понравилось, ну, не то чтобы никак. Фоном очень хорошо идет. Да, вот на него тоже у меня вругался комп. Хотя этот вот тут незаметно, чтобы что-то было подчеркано. Ну, так вот, может, какая-то хз, почему так, может, так записывалось. Тут, кстати, ссылок, по-моему, никаких не видно никуда, ни на какой ВКонтакт. Рекордсман. «Цветы в легких». Где-то я вроде видела год писания этого счастья. Что я сейчас земну? 2013. Интересно, 2013 это все-таки год записи или как? Ну и да, тут характерный кружочек с человечком. Как вот на предыдущих дисках было с фестивалем психологическим, психофестом. Да, и вот только сейчас заметила, что тут, видимо, это ребра или что-то такое. Или это вообще легкие. И, может быть, через них растут цветы как раз, судя по каким-то непонятным каракулькам. Ну, такая вот обложечка. Я тут тоже себе заметила, я сначала записала, я еще в день, когда записала, хотела в этот же день обзор сделать, но что-то или у меня времени как-то не получилось, или еще что-то, ну, как-то вот не сложилось у меня с этим самым. Снова сейчас зевну. Ну,
И да, вот тут тоже местами кажется вот что-то такое знакомое по музыке. Вот цитата вообще Лёлина, Лёлины слова. Музыка местами отдает чем-то знакомым. Но не напряжная, хоть отдает чем-то знакомым. И вообще у меня какой-то ассоциации, ну, у меня вообще странные ассоциации, если вы знаете, как выглядит обложка In Flames с альбомом ангелов, этих падающих ангелов, если, конечно, не путаю название, может быть. Ну, в общем, вообще обложки In Flames. Я подозреваю, что не день и ночь вот с этим, ну, никак не катят, но у меня ассоциация именно вот такая была. Тут вот оно бликует, конечно, лакированное такое, так вот. Опять отражается, вот у меня что-то там еще отражается, какая-то моя картинка, не то что картинка, ну что-то такое, короче, зеркальная такая обложка, в общем, может на диске как-то лучше, а диск у нас просто черненький, не считая текста, в общем, вот такое вот, так вот, наверное, даже, то, возможно, в общем, если вы понимаете, мои ассоциации, они слегка вот как день и ночь, мне почему-то эта музыка напомнила местами шведский метал, местами такой финский мелодик метал, что-то такое вот мне в свое время нравилось очень. Может, мне и сейчас нравится, просто очень редко сейчас что-то слушаю такое, помимо японских саундтреков, скажем так, музыки. Вообще, в последнее время у меня там какой-то трек я иногда слушаю. Аниме «Одиннадцать глаз», по-моему, но я его так еще и не осилила. Вот оттуда какой-то трек, может, из опенинга. И несколько треков из Юки Юны. Чего я чаще слушаю, ну еще этот Синерджи какой-то там. Все, что попало в сборку. В общем, вот этому диску я бы поставила 5. А, не сказать, что я его буду еще раз слушать, потому что как-то руки всегда не доходят. Может, он бы у меня лежал годами. Может быть, кто-нибудь ко мне бы пришел и сказал, Лёля, вот там у тебя такой диск есть, давай послушаем, поставим фоном. Фоном он очень хорошо, на какое-нибудь мероприятие в библиотеке хорошо бы, наверное, пошел. Но у меня вообще извращенное восприятие иногда. Может быть, оно бы на мероприятие в библиотеке бы и не пошло. Но я думаю, вот предложить своей подружке, может, ей покатит, если она послушает, ну, может, возьму в библиотеку. Я думаю, Таня не будет против. Потому что у меня он стопудово будет лежать годами. И я про него, скорее всего, не вспомню. Ну, тот случай, когда, в принципе, нормально, хорошо, но не так, что запало в душу. Но по сравнению с предыдущим моим первым музыкальным обзором, этому диску я ставлю 5 с плюсом. А, даже видос такой вот коротенький очень по сравнению с тем. Может, потому что там два диска было. А, может, еще что-то. Может, потому что первое видео в плейлисте и долго такое бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла с отвлеченными темами. Мне тут кто-то в комментах написал, что вот вышел на видео мое мастер-класс по кофе в турке, капучино. А у меня там много всяких лишних слов. Я так подумала, что, наверное, человек ждал трехминутное видео, где все порезано, скомкано, нифига не понятно. Я как-то просто пыталась какую-то еду готовить по мастер-классу с Ютуба. И вот все время как-то так вот тут показали, тут показали, тут показали. А что между этим было, вообще непонятно. Так как в сказке про Золушку, значит, они там встретились с принцем, поженились и все. Финита-ля комедия, сказки конец. Что дальше было, никто не знает. В общем, вот такой у меня небольшой видос. Музыкальный обзор номер 2. Если вы осилили, и вам, да, кстати, может быть, захочется это послушать. Я оставлю ссылку в инфобоксе на группу ВКонтакте этих товарищей. То проходите по ссылке, слушайте, товарищи. Опять же, если интересно, пишите Тане Китаевой. Ссылка на канал есть в разделе «Интересные люди» на основной странице канала. Ну и да, если вы хотите сказать спасибо, но вас словесное спасибо для вас это не устраивает, то можете поддержать мой канал. Я тут недавно потратилась лично своих монеток, но если вы хотите поддержать канал в том плане уже возместить мне ущерб на то, что я потратилась, то я, в принципе, буду не против и вам спасибо. Но это чисто добровольно. Кто хочет, тот поддерживает. Точно так же, как подарки. Лёля, когда люди дарят или открытки посылают, это исключительно добровольно, по собственному желанию. Всем спасибо за просмотр и пока!